Ну, тут я все включил. Ну что ж, лазерные диски. Ну, это вот так называемый лазерный проигрыватель лазерных дисков внушающего размера. Это, конечно, были, по-моему, даже больше модели, но это самое, что ни на есть, так сказать, правильное из всех. Вот далее мы смотрим здесь. Ага. Это будет колонка, которая выпущена фирмой Bose в 96 году. А вообще-то полочная, но у меня она стоит на полу. Все, что здесь в этом во всем видео использовано, все было куплено в магазинах пожертвований, так называемых, вот, благотворительности. Все примерно стоило $20. Ну вот тут телевизор LG, ничего нового. Это основной как бы телевизор из всего этого. Ну а вот такой вот телевизор, который вот здесь, более продвинутая модель, как видно. У нее есть встроенный проигрыватель DVD. Вот. Но также этот телевизор используется с некоторыми игровыми системами. Вот вы тут видите Nintendo 85 года, Nintendo 90, даже не знаю какого, вот Nintendo Super Nintendo и Nintendo 64 и PlayStation 1. Плюс всякие переключатели для них. Несколько игр. И вот такой вот нюк. Да. Ну, обратно к проигрывателю. Посмотрим, как это все работает. Да, вот такой вот проигрыватель светится. Он может проигрывать компакт-диски и, соответственно, лазерные диски. Ну, как и можно ожидать, лазерный диск, он размером с винил. А трей тоже внушает. На трее даже такие специальные штучки, чтобы это ничего не царапало. Диск, такие небольшие плюшевые подушечки. Вот. Проигрыватель. Диск записан, на диске записано с обоих сторон. Поэтому, если проигрыватель проигрывает только одну сторону, за фильм, в среднем фильм это два диска, за фильм нужно встать сколько? Раз, два, три, четыре раза, чтобы просто перевернуть диск и продолжить, так сказать, просмотр. Этот проигрыватель может сам проигрывать обе стороны. На самом деле я удивился, я его разобрал, я удивился, как они сделали. А там на самом деле голова ездит вокруг диска. То есть я думал, ну, вообще по-другому, наверное, было бы и никак. Вот такой вот диск, вот такой вот механизм. Вот мы его загрузили. Кто помнит, такая вот кнопка пауза. Ну вот, поехали.
Надеюсь, вы насладились, так сказать, экранным качеством изображения. Давайте теперь посмотрим на, так сказать, саму коллекцию. Все диски в этой коллекции стоили по 99 центов. Thank you.
Ну, вот так это примерно должно выглядеть на трубочном телевизоре. Камера, к сожалению, не передает все, как это на самом деле, совершенно другие цвета и другая глубина. И, конечно, жидкокристаллические телевизоры, они рассчитаны на Blu-ray, даже не на DVD, скорее, именно Blu-ray. Да, любите лазерные диски и наслаждайтесь самой прекрасной сценой всех фантастических фильмов. Спасибо. Do you like our owl? It's artificial. Of course it is. Must be expensive. Very. I'm Rachel. Deckard. It's
it seems you feel our work is not a benefit to the public. Replicants are like any other machine. They're either a benefit or a hazard. If they're a benefit, it's not my problem. May I ask you a personal question? Sure. Have you ever retired a human by mistake? No. But in your position, that is a risk. Is this to be an empathy test? Capillary dilation of the so-called blush response? Fluctuation of the pupil? Involuntary dilation of the iris? We call it void comp for short. Mr. Deckard, Dr. Eldon Terrell. Demonstrate it. I want to see it work. Where's the subject? I want to see it work on a person. I want to see a negative.